Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию супер спасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем игру, трек. Поехали, друзья! Начало уже тревожное, ребятки, начало! В какой-то капсуле находится. Да, какая-то капсула, ребятки. Сейчас выпускать будут его оттуда. Да ты чё? Наверное. Да, посмотрим. Интересно, да? Ну, мне интересно, я еще не пойму, что это такое. Вижу, что человек типа капсула, да? Автомат. Мечтаю так быстро, словно разгоняется барабан. Давай, давай. Не задумывай свои бархи, ебашь все на обум. Если будешь выебываться и говорить, что медленно, я сделал свой кишечник остать. Молодец. Красиво, во-первых, исполняет голос, да. Хорошо, красиво читает, да? Молодец. Да, голос классный. Да, голос классный. Машина такая классная едет. Она всех бомбит, бомбит, стреляет, видишь? Вот, гангстерская. Бомбят, гангстер. Не знаю, вот что такое, ну-ка. Сиськи на твоей маме, на пути есть эти ебаные миски. Хочу вернуться к своим родителям, только если... Посвятимся, давай, давай, давай. Я особенный буду... Слушай, кто такой белый? Его соперник. Ага, этот черный, этот белый. Это костюм какой-то прям как надутый, да? Угу. Как будто он чем-то... Защита, может, какая-то? Да, какая-то защита, я думаю. А это босиком, по-моему, почему бегает. Так все в игре босиком бегают всегда? Не знаю, интересно. Мешает нам. Может мозоль. Быть, чтобы мозоль можно следы не оставлять от сапогов? Не знаю, у меня звезда на лбу. Мне свои бляги ебанешь, такие страсти. Опа, вот он задел. Только не сквасти. Скажу клевым типам на хату, не скажу даже. Видишь, он как стреляет? Видишь, стрельнул, все, машина в дребезги. Да, у него расстояние большое преодолевает. А ты послушай голос, какой красивый. Молодец, да, молодой человек? Рэпер красивый, классный, рэпер читает. Да-да-да-да-да. С панчами такими. Молодец, да, молодец, красиво. Умница, классно получается. Здрасте, люблю крутить спины, когда под столом твоя блядь. Пускай только хуй пососет, я не в настроении, чтобы сейчас ее драть. Когда я был в аптеке, мне все запрещали, поэтому я съебался купаться. Видишь, молодец, в Артеке был, значит, какой, о чем это говорит, очень умный мальчик, да? Читает трек классно. Талантливый. Талантливый очень, да. Интересная игра. Все вместе получается очень интересно. Видишь, он образ бежит. Сменил. Ага, это уже другой. Все, образ это сменил. Другой уже. Вот это тоже босиком. У них всегда рюкзак за спиной, да, в обязательном да, порядке. Там стрелы, шапочка там с ушками. Да. Там стрелы, автоматы. Принадлежности разные. Все. Да, мочить, да. Мочить. Вернулся, мне сказали, Витя. В море купался. Нахуй съебался. Мы играем в баскетбол, а ты просто пиздобол. Быстрее лови мой бол. Я не просто пиздюк с хуёвым голосом. Это всего-навсего мой слоу. Молодцы, хорошо играют, да? Классно, всех валит, всех стреляет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мочит всех, да? Молодец. Хороший игрок, это кто-то за него играет, интересно, угу. Молодец. Ну и трек, песня подходит да, под этот трек, вот гангстерский сказать, трек, да. Под гангстерскую игру. И хочу сказать, голос очень нравится мне, хорошо озвучивает рэп. Угу. Ты понимаешь, трек музыка хорошо крутая. Озвучивает. Та-та-та-та-та-та, и тут стреляет под та-та-та-та, да? Да-да-да, подходит. Молодец, подходит. Я, конечно, могу тебя задисить, если ты из этого не будешь, я ушел. Лудоман. Очень хочу позвонить Благу и достать шишек, но я не даю себе сорваться. Я, наверное, скоро сдох. Тоже какие-то секреты знает. Хочу сорваться. Но мы хочу... осуждаем запрещенные вещества. Да, осуждаем запрещенные вещества и все, что с ним связано. Мне классно читает молодой человек, угу. Мне нравится. Вот но если буду так питаться, я так охуенно говорю букву «С». Называйте меня Снейк. Раньше фанател, отвинься черепашек. Ребята, смотри, как здесь какая, да, локация? Обстановка. Отель, мотель, здесь все, да? А здесь как-то вот типа, наверное, мост какой-то. Там вот прятаться мостом, можно в укрытие. Да? Да, да, да. Здесь видите, красный крестик нарисован, значит, там не ходите, там взрывается. Видите, ребятки? Молодец, видишь, в очках исполнитель, вот этот стрелок-то. Угу. Сейчас что он? Мне кажется, сейчас он в мотеле подзорвет все. Сейчас понял то, что их отец это крыса. Я, конечно, не казах, но тоже охуевает кумыса. Ребятки, хочу про голос сказать. Хорошо читает рэп, молодец, мне очень нравится, голос классный такой, да? Ребят, видите, я не поняла там в конце, что было. Он его душили кого-то. Он энергию, по-моему, забирал. А он, инопланетяне, энергию забирал его. По-моему, душил кого-то. Да, я не знаю, не поняла, ребят, что такое. Не знаю, ребят, что это такое. Ну, хорошо сыграл. Думаешь, он инопланетянин убивал? Ну, конечно, он же отвернулся, парень, в лицо, да. Он как будто его энергию сосал. Может быть, кстати. Это, да, сосал энергию. Ребят, что скажу. Очень интересная игра, ребятки. Это интересная игра, да, ребят? Кто именно вот роли, кто вот именно, вот как сказать это вот?
Играет за персонажей. Да, за персонажей. Интересно, да. Голос очень красивый. Молодой человек читал рэп. Мне очень понравилось. Все красиво получилось. И рэп, и трек, и игра. Молодцы, ребятки. Как они играют, да, классно. Спортсмены бегают, одежду меняют и стреляют. Та-т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 а. Ребят, ну что в конце было, не знаю, ребят. Я не поняла. Пока, друзья.